Oh.
Закрываешь глаза, а мне становится темно. Я не помню пространство комнат, но помню, что за окном. Я падаю на самое темное дно, где миллион мгновений соединяются в одно. Я равен небу. Переполнена она выйдет сейчас из берегов. И выбирая пятый из четырех углов, я стою на крыше мира, моя религия и любовь. Я равен небу. Я равен небу. Ты рождаешь яркие звезды в небе, а я смотрю в тебя. Вертолетчик, да? Ты леску придавил ногой, и ты сейчас можешь ниже нормы сделать. Нормально? Этот колышек сюда надо будет. Ну, это сейчас забьем тогда.
Я сейчас этот разобью, сразу его выровняем. Ага, ты крутишь тут? Небо и земля, да? Вчерашний бетон и этот. Ёлки. Если этот чувак, которому мы вчера заливали видео этого двора, посмотрит, у него будут потом вопросы, почему у вас гладко, а у него не так гладко. Адам, я просто точно перепад есть, да? Просто смотри, я этот уклон к дому. А вы можете вот уровень положить сюда и как раз посмотрите. То, что он у вас показывает, это уклон на это конкретное расстояние. То есть вот я поднимаю, да, вот там сколько, 1.5 сантиметра примерно. И на каждый этот уровень такой уклон идет. Да-да-да. Ау! Ага. Давай. Вчера, один в один вчера было такой же. Ази кафар, а? Рот, вот тут, наверное, надо будет вручную чуть-чуть загладить. Квадратик, пол квадрата. Вот тут, скорее всего, вручную надо будет. Оно такое твердое. Надо только чуть-чуть уходи, проверим, мы отсюда начнем лить. А, или знаешь, давай вот тут.
Отсюда вы сейчас до конца всю прольем. Это я стянул. Не, там жидко. Давай. Так, пока. Скажи, пускай пока не выливает, он, если тут разглажу. Вот этот шов хорошо погладишь. Вот, да. Он жидкий, но ну, все равно. Вот сюда. Ладно, следующий тогда сюда. Мало это в пенке, нет? Нет, поверьте, вообще не мало. Поверьте, здесь очень крепко будет. Макс, вот сюда высыпи. Вот сюда. Давай. Ага, иди туда правее.
Да, да, все, что металлическое, можно. Мак, давай в ту полосу прольем сейчас вдоль. Чуть-чуть. Ты бы уже сам быстрее взял. Да? Макс! Макс, вот так. Самый угол. Аккуратно, ага, аккуратно. Вот это, чтобы не задел. И Амир тоже сюда пускай везет. Амир, за ворота, за угол. Амир, вот сюда высыпи, только аккуратно, не задень вот эту. Давай, 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 еще, еже, еще. Вот так высыпай. Ага. Я сейчас, сейчас я тут намажу и открою. Заезжай внутрь и вдоль лески идем. Вот так заезжай и отсюда. Давай. Оп-оп-оп! Ну-ну-ну! Оп-оп-оп! Оп! Оп, эй! Ага! Оп-оп-оп! Вот сюда высыпи. Сюда? Вот сюда. Стоп, давай. Мы еще рано заканчиваться. Воду? А сможете кинуть воду куда-нибудь на дорогу? Воду вот эту кинуть туда на дорогу. Так, ну сюда еще зайдет.
Одну. Потом подождите, я все разглажу и скажу, еще надо или нет. Помочь? Ладно, нормально. О, блин. Выскочит такой, покусает. А, бейбар. У тебя соседка, волкодав, оказывается. Ты укусил меня. Собака. Вообще нигде ничего не торчит. А? Под самый конец он уже тоненький, потому что сюда, да, чуть-чуть дальше вышли от лески. Но он не сломается, можете не переживать. Я думаю, сантиметров 6-7 примерно. Вот где бетон идет у вас. Примерно 6-7. Да, потом яма здесь была. Да-да-да, сейчас сделаю. Здесь все красиво было. Я приеду, ну, сейчас мы уедем. Да не, быстрее, час-полтора максимум. И то полтора, я думаю, уже много. Хорошо. Спасибо большое. Ну что, Ваня, нормально, спасибо, что делал. Сто, блин, 142,5, по-моему. 142,5. Амир, сварочный в нижний шкаф, эту в нижний и электроды в нижний. Будет. Хорошо. Забетонировали 142,5 квадрата под плитку. Вчерашний объект и этот объект, разница, конечно, в укладке есть, потому что вчера мы бетон заказывали, а нет, мы сегодня заказывали, а вчера заказывал заказчик. Пойдет в этот YouTube канал, чтобы работу разбавлять этим интересным видео. Маленький этот Шрек.